Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Ростецкий. Это Женя, Олег, блин. Ну, как мощно, а? Всем привет. Мощно, вот как представишь, так серия пойдет дальше. Ну да, да. Итак, что мы сегодня делаем, как мы сегодня играем? Сегодня мы играем нормально. По-домашнему. По-домашнему. Давай. Сегодня домашняя уютная атмосфера. Стреляем в задних медведей. Отлично. Да. У меня есть супер-ножиц. Нам нужны с тобой печки, нам нужно будет там... У меня печка есть, кстати, переработка нефти, по-моему, есть какая-то штучка. Сейчас жирок добудем. Жирок нам нужен явно. Правильно? Да. Да, да, нужен. Все, отлично. Теперь. Так, пошли искать место. Пошли Давай. Наверх, там было тело, когда ты пошел сюда. Там был чувак бегал. Голый, правда, голый тело. Ну, как мы, бомжичок. Бомжичок, бомжичок. Не стреляй ты. Меня бомжичок. Меня в мозжичок, да. Гипоталамус. Так, он стоял вот здесь вот, вот там вот дальше. Я не знаю, где он живет. Ну, наверное, в каком-то вот, в захолустье вот в этом. Во, смотри, какое место классное. А, да, точно? Тебе нравится? На открытом месте таком, то есть, получается. Ну, они все, вон, смотри, вон наши соседи дальше. Хотя, да, у нас здесь соседи навалом. Так, ну, фу, в принципе... Так, поехали. Блин, Давай. У меня места нет. Ты мне накидал всякие луки, шмуки. Так, слушай, у меня даже дерева нет. Пойду-ка я добуду. Дам, дабу, ди, дабу, да. Так, а, здесь хотя... тебе поставлю. Нет, не могу. Сейчас. Во, шикарно. Сейчас я быстренько деревцо добуду и приду. Хотя бы для так, чертежа. Так, кипрыши, в чем проблема? Ну, у меня места нет просто. Я же нашел там нычку хорошую. Так, здесь поставить нельзя. А здесь нужно. Что? И здесь нельзя, вы издеваетесь. Вот а я же говорю, это наверное, дерево нет. Неправильное, наверное, место какое-то. Ну ладно, сейчас. Нет, сейчас, место сейчас. Хорошее. Вот, смотри, давай дерево. Я фундамент заложу хотя бы. Сейчас. Что такое? Ну и ты поставил фундамент уже? Я поставил только парочку. Дай еще немножко дерева. Дерево. Не автомат, дерево. Сейчас, подожди. Автомат не держи. Не, автомат не надо. У меня уже два есть, ты мне дал уже две штучки. О, так здесь тоже можно, подожди, ну-ка. Во, да-да-да. Вот, да, я да, же да, ты и хотел. Да, все, четыре хватит, я думаю. Все, четыре, да. Больше не надо, я не хочу больше эти огромные царские короны строить. Так, дверь куда будет? Давай. Дверь не забудь. Вот сюда, вот сюда. Быканул сразу. Ну, дверь, слышишь, дверь не забудь. Дверь там не забудь, или? Ты че? Так, спальник. Так, у тебя есть этот, Кияныч? Есть. Ладно. Home 1. You can see your home will crafting. Чудесно. Чего? Не, все в порядке. Что там у тебя? Я в set home прописал. Давай дальше. Что там? Что дальше-то строить? Ящик надо поставить. А, ящик надо поставить срочно, потому что мне нужно сгрузить хламье. Но у меня нет дерева. Ха! Держи. Ха! Так, сейчас. Я складываю... Ну да, капец. На, говорит, держи, и сам все забил хламом. Хорошо. Ну вот, там еще немножко есть. Это мы запомним. На, говорит, держи. На второй ящик тебе. Хорошо, спасибо большое. Так, что там у нас? У нас все нормально. Стартер. Кит Старпер. О, отлично, отлично. Так, есть дверь, есть замок. Кит Старпер. Ох ты, дерзкий какой, сразу с места в карьер прям пошел. Ну, хочется быстро, понимаешь, что сделать сразу. Интересно, а куда ставится вот эта печка большая? Печка большая на улице, наверное. Во, смотри, шмек. Это что у нас? Нефтеперерабатывающий завод я поставил, ну, спасибо. Так, это есть. Сейчас большой ящик с бубенем. Лесенку так, по-домашнему, чтобы домашний уют надо. Домашний уют был, сейчас. Вот этот дэмит получился, так, ладно. Если у тебя есть чем, попробуй обнеси. Пароль классический, да? Да, попробуй обнеси, если с чем. Слушай, а как мы домой заходить? О, неплохо, хорошо. Попробуй обнеси. Мне бы даже киянку взять не могу, я. Кияныч. Ты киянку не можешь сделать? Нет, у меня 100 дерева надо, мне нужно. А, сейчас. А, есть, могу сделать, ну да, толку. Сейчас я могу кит сделать пропишу. Киянку, я кит пропишу, сейчас. Понятно. Чтобы не было проблем, я просто пропишу китом. О, коды в замок дали, вот это я понимаю. Так, я дейли взял, отлично. Кто-то бегает? Ой-ой, дрить Слышь? Твою налево, обновляй быстренько вот эти фигули, а мне нечем улучшать. Хо-хо-хо. Сейчас, ебана мать, начинается какое-то мясо. Бля. Вообще капец, ну что? А что не улучшается? А то, что надо чинить его. Чини, сейчас все разломается к чертям собачьим. Бля, сейчас разломаются. А почему? Мы же чиним. No damage blocks were found to repair. Что за дичь?
Я вообще не понимаю. Почему ничего не выбираю? Сейчас все ресы упадут у нас, короче. Пошли, вольнем его. Пойдем. Быстро. На, сука. Так, давай. Слышь, бомжара вонючая. Бомж, блядь, прибежал. Вон он. Ты чё, лалка вонючая? Я попал в него один раз. Упал. Ну-ка, иди сюда, дерьмеца кусок, ну. Ты чё, опухший, что ли? Слышь ты? Телой. Сука, ладно. Ты смотри, дерзота, а. Улучшается? Иди, мне дерево не отдать, да? Чё есть. Чё за баг? Он, смотри, а, во, починил наконец-то. No damage is block. Всё, готово. Фу, ну его нафиг, такие шутки. Вон тело какое-то. Вон кто-то деревья там рубит, слышишь? Да, я пошел домой. Это он же, наверное, нет? Не знаю. А как мы тут залезем? Прыжок с контролом, просто прыгай и все. Во. Ты сплоша какого-то убил в голову, смотри, с 10 метров. Красава, ну. Ну хули. Дома. Так, надо теперь этаж повыше сделать. Есть печка, есть верстак уже первого уровня. Так что давай, делаем второй этаж, пока мы не это самое. Отходи. Отхожу. Что-то как-то опять, ну. Да нормально, чё. Так, делай второй. Окошки делаем, нет вообще мы сегодня? Да. С какой стороны? А где угодно. Ну. Подожди, а этот пол? А, есть. Пол, ну да. Чё-то лагает сегодня, сервак. Да вроде нормально. У меня что-то как-то это, знаешь, такое ощущение, что типа пинг высокий, но... Но я не знаю. Так, ладно, я поставил. Сделаем вот так, наискось. Два окошка наискось. Я же говорю, глючит что-то. Главное, что чувак фундамент долбил. Да, ну он знает, куда. Обновляй, у меня камни кончились. Нет, уже ничего нет. 200 камней. Ну кинь мне хотя бы 200 камней, что ли. Вот это мы разошлись. А еще надо в этот же положить, в шкаф ресурсы. Подожди, а я прописал стартер и дейли. Я тоже прописал стартер и дейли. Ну короче, ладно, закатаем половину в железо, половину пока. Потом... Почему тогда нам не хватило рисов? Потому что они расход повысили, по-моему. Я могу еще прописать еще один кит, конечно. Попробуй выкли пропиши. Выкли. Привыкли. А у нас шкафа даже нет. Бля. Сейчас будет. Мы молодцы. А я уже тоже скрафтил, подожди. Давай на втором этаже поставим его, не надо на первом. Зачем? Они же разобьют сокон. Сокон они не увидят, я же здесь угол сделал. Смотри, хитрый угол для шкафчика специально. А. Вот тут? Да, вот сюда, вот, отлично. Так, у меня есть замок. Так, замок поставить? Замочек. А, у тебя давай. Есть, да, замок? А, ты уже поставил. Хорошо. Ну, как не увидит, если там... Скорее всего, увидит, наверное. Но мы сейчас перегородочек, дверь поставим. Что за пальба, я тебя умоляю. Отойди там на шажок вперед. Во. Во. Как-никак, но крыша есть. Бля, еще один спальник сделал. Нахрена мне тут спальник? Крышу надо обновить. Че такое, ну? А, вон, все. Так, решетки хотя бы начального уровня уже есть. Вот, отлично. Ну да. В принципе, и шкаф здесь увидеть, но это... Я не знаю, надо постараться, чтобы в него попасть. Это будет сложно. Хотя, знаешь, для рейдера, по-моему... Да, они прописывают себе там кучу всяких ништяков и все. И проблемы нет. Понятно. Что? Не, ничего. Ну ты же там, понятно. Все ему понятно, видишь ли. Так, значит, вот такую штуку делаем. Какую-то штуку собрался там делать еще. Все. Версточок готов. Ну что, более-менее есть, как бы, да. Версточело готово. У меня тоже верстак есть. Ну, все. Ну, а крышу-то недообновил. Блин. Верстак у него там есть. Блин. Балинский. Григорий Явлинский. Понятно. Что понятно? Не, все понятно. Все сразу стало ясно. Ну, вот видишь как. Сейчас надо потидеевцы добыть. Кит Уикли прописывать, нет? Прописывай. Пропишу еще. Лул. Кто-то пишет лул. Люля. Уля-ля. Замечательно. Надо кого-то найти, короче, я могу ему сказать. Скопироваться, да? Что ты ему можешь сказать? Get over here.
Геохир, это что такое? Герохир. Герохир, я подбегу ему. А, Герохир. Как скорпёшка из Мортала. Герохир. Герохир. Так, это есть? О, печально. Так. Печальцке. Ты забыл. Печальцке. Классику жанра не забывай. Так, что я хотел? Я ресурс пойду положу лучше в сундук, потому что мы сейчас гнить начнем, понимаешь? Да. Ну, не мы гнить начнем, а вот эта шляпа. Я тоже давай положу. Да я уже положил. В принципе, еще пусть будет. Ну, красава, что. Я тогда так. Тоже все рисы складываю в коробку. А что ты плавишь там? Что ты печь жжешь опять? Я там плавлю. Что ты там плавишь, интересно, не знать. Я серу делаю для патронов. Ну. А жука, это что такое? Какой. Так, давай я мясо в костер. А что за это невзначайный костер здесь стоит вообще? Это мой костык я поставил. Твой костык. Так, мясцо. Сейчас киданем сюда, вот так будет жариться. Бом-бом. Все, мясо жарится. Бом. Звук такой, у меня музыка. Скидываем рисы, и тогда можно двигаться. Давай. Да, оденься, кстати. Чем? А. Нижно. Так, это я брошу. Ну, сейчас я возьму тканушку. Скрафчу себе шматья хотя бы, ладно? Так, сапожочки, шляпу какую-нибудь, кофту какую-нибудь из шкур, там что-нибудь такое надо. Кофта из шкур. Звучит хорошо, кстати, звучит так приятно. Кофта из шкур, ну тепло звучит, да? Кофта из шкур звучит прям вот, прям очень хорошо, прям очень. Сочно? Сочно, да. Сочно. Сатыган. Что это за голос? Кто-то говорил? Я сказал. А, мне показалось, микрофон кто-то говорил. Сочно. Женя, нафига ты же поставил так криво этот ящик? Ну, нормально он стоит, он никому не мешает. Главное, что ты можешь пользоваться верстаком и как бы, ну и норм. Чё ты ноги там разбросал опять? Что? Медвежатина сгорела. Ну что, пошли тогда. Погнали. О, у меня тоже печка есть. Чё, мне куда её поставить? На всякий случай куда-то. Нужна печка вторая, нет? Ставь, конечно. Куда? Куда твои глаза глядят, туда и ставь. Сюда поставим, всё, короче. Так, самолетик. Пошли, да? Вижу. Да, надо пойти проведать наших соседей. Тут точно есть люди. Есть люди. Он там вон дальше, чувак дерево рубил. Которого ты убил в голову с 10 метров? Не-не-не, я убил лежачего. Он дорубился. А, лежачего. А я убил того. Нет, я не трогал того. Я просто видел, как дерево падает. А я убил опять. Что за странный звук? Где? Там, наверное, кто-то ты есть. Же хотел дерево добывать. Ты пошел на льды? Во льды? О, киянки. Тебе как раз могли понадобиться. Нафига мне столько киянок теперь? А, подожди, ты... А, все, здесь уже все забрали. Естественно, наивно было полагать, что здесь оставят куча ресурсов. Опять у нас дом такой какой-то дешманский, знаешь? Ну, он опять с неадекватной крышей, да, очередной. Нищенский такой. Не найсовые крыши, да? Да, дерево надо рубить. Пошли. Дерево надо рубить. Но у меня топор заканчивается. Это грустно. У меня есть ледоруб. Как? Что вот это такое? Это, наверное, нычка. Думаешь? Скорее всего. Нычка в кустах. Ну, это нычка. Смотри, на обычный ключ. А, это треуголка, видишь, треугольник обычно. А, как два треугольника, два. Ну что, дерево? Да. По-моему, вот эти вот деревья, которые повалены, они больше добывают. О, спящи. Все сам бы они добывали. Hi, I'm Jeff. Видишь? Вот я это вот странно, забил. Что у меня ледоруб добывает только камни. Окей. Продолжаем, да. Да, прошу да, прощения, да. Я что-то как-то... Извините, это... пожалуйста, извините. Смехотнуть хотел, да? Смехотнуть. Хотел, да. Сидиотничать, как еще. А, склоунадничать, вот. Попетросянить. Да, точно. Сюморить. Зашутить. Зафейспалмить. Слушай, тут стреляли. Я слышал, что пытыч-пытыч делали. Это херня. Там он огромный клановский дом. Так там форт. Ну, смотри в чат, сразу понятно, что это русский играет. Смотри. Блять! Ага. Сразу понятно, что наши пришли, и все. Это между собой, знаешь, шифр такой, слово-шифр. Чтоб понятно было, ты с какой стороны? Дерево, кстати. Давай. Класс. Оу. С одного удара. Здесь, значит, кто-то его добывал уже раз с одного удара. Ох, у меня со здоровьем 43, надо что-то поесть. Грибов-то что-то нет, кстати, поблизости. У меня есть бинты дать? Нет, у меня есть шприц, он восстановит. Но грибов надо, еды. А, вот, смотри, камни. Это они? Да. Нет, это не они. Все. О, ящик.
Топливо и прицел снайперский. Ни хрена себе. Пойдешь? О. Нет, не пойдешь, там темно. Ну ни хрена себе. Дыра. Надо вот так, удивление. О, еду нашел. После тебя там уже ничего нет. Тут, кстати, естественно, да. Кстати, здесь ресов много может быть, и фонарики могут быть. О, фонарик. Вот, я же говорю, фонарик должен быть. Что такое за тупное? Или ты начал лутать просто? Я тоже начал лутать его. Понятно. А там я пойду до второй этой дойду кабинки. Сейчас я приду, сейчас тоже фонарь возьму. Потому что в одного с фонарем это как-то, ну, извратненько. Как слушай, хорошее место попалось, да? Ну, в принципе, да. Ну да, здесь, наверное, только можно ожидать от каждого каких-нибудь этих выходок пьяных. Поэтому здесь и лутались. Да. О, фонарь нашел, я же говорю, сейчас приду, сейчас. И нашел металлофрагмент и все, что хотите. И не отдохни. Хотите. Никнейм у человека «Отдохни». Сядь. Ты где, кстати, куда побежал? Я тут. Где, в пещеру пошел? Не, рядышком. Где, с какой стороны? Я вот пришел, о, к тебе, вот, а вон ты вот бежишь, да? Ага. Пойдем пойти в пещеру, нет? Лут, наверное. Надо скинуть вещи. Я вот тоже думаю, этим хорошо. Подожди. А, фу. Показалось, что я. Так давай ТП. Домой просто и все. Давай. Потому что сейчас мы. Хомер. Хомер один. Я бы за 20 сек уже бы добежал. Ну. Точно? Добежал бы ты за 25 сек. Если ты не... Гомосек, да? Да, добежал бы за 25 сек. Ну как так? Ну как швон дом наш, кстати? Вижу, вижу, швондер. Что опять как так? Что я опять это... Сострить хотел? Нельзя? Не, Жень. Уже острить нельзя? Домашняя уютная атмосфера. Домашняя. Ну по-домашнему ничего пока такого не происходит. Экстремального. Так, я могу лестницу сделать. Надо, не надо. Наверное. Не, ну вообще хорошо, конечно. Лестница. Так, так лестница. Фонарик возьмем, пойдем в пещеру. Обязательно, обязательно. В это выброс. Ножик я выкину. Ружье я оставлю, а вдруг? И... Топливо есть, кстати. Ну, пошли. Так. Попещеримся. Ну, только, да. О, кто-то бежит. Кто-то бежит. Слышу. Осторожно. Эй, алло. Испугай его. Hello, hello. Асгардом своим. Он аж обосрался, видимо, от страха там. Присел. Get over here, over here. Чувак обосрался, походу, реально. Я же говорю, он сел там аж от страха, наверное. Понятно. Все ясно. Слышишь, он сидит, он же бежал, бежал. Да, туда присел. Резко присел, да. Попалишь? Что там сверху? Вот посмотрю сейчас. Бля. Ну пока тишина. Пойду здесь посмотрю, вот с краешку. Где? Где он? Может, ты пошнулся домой. Хотя в зоне билдинг блок нельзя. Он засел где-то. Он ждет, наверное, пока мы выползем там. А вон стол стоит. Его не было, по-моему. Значит, о, какой... Что? Это что было? Дом строит, и я упал. А. Это что было? Стол стоял. Да, я что-то не помню. Ну, это от домов остатки. Человек испугался. Ну-ка, что я думал? Взял, напугал иностранца. Вот, бессовестный. Ладно, пошли. Чё пошли, попробуем. О, дерево оставить надо. А я все оставил уже. Я уже все оставил. Так, у меня остается, ну, самый минимал. Давай, топливо выходи, 50. Я прикрою на всякий случай. А, ёк, ядрить. А, нет, фонарик уж на топливо не надо. Я уж испугался. Ну и что ты там тыкаешь? Чик-чик-чик-чик, такие звуки. Чик-чик-чик-чик. Странно. Почему? Никого нет. Может быть, это фобия, шизофрения? Не-нет, был бег. Да нет, я слышу, что тык-тык-тык-тык-тык, но... Странно. О, классные нити, конечно. В чате я вижу. Че там? Ну, Little Cam Stain. Ну что это такое? Так. Вот этот, наверное, дом. Мы наверх, кстати, не бегали. Бежали. Мы же только что оттуда были сверху. Прибежали. Да, там же шахты. Фига ты какой, мастер маскировки. Дома точно кто-то бегал. Но он прошел и потом замолк.
Ну, это странно. Он, может, ТП шнулся, может, он ТП прописал и бегал и... Ну, ладно. Вот это да. Просто наш дом, он как-то выделяется на фоне. Ну, понимаешь? Правильно, поставили как бельмо прям по центру открытого пространства, конечно. А почему часть в металле, часть не в металле? Ну, ресурсы не позволяли на широкую ногу разжиться. Ладно, хоть на два дня хватило, скажу спасибо ресурсов, чтобы прожить. Спасибо, ресурсы. Спасибо. Слушай, так у нас там пушки, если ты принес. Ну, принес. Это Патриков забубенит. Я с собой таскаю, вон, два пистолета и ружье на всякий случай. Понятно. Ну. Я ж тебе патроны сбрасывал. Сбрасывал. Да, я их положил. А что ты бежишь обратно? Да мы же в шахты собирались. Шахты там. Окей. Мы же вроде в шахты собирались идти. Я по-домашнему просто играю так. Не, я понял. Ну, да. Просто круги нарезаем. Ладно, сейчас. Вот. А, вон они, да. Точно. Точно. Я не встал, это зависает сервак, я же говорю. Малека лагает. Малек, давай в эту. Самолет аирдроп бросает. Ты уже забежал, что ли? Да. В шахту? Угу. А кто бегает тогда вне шахты? Не знаю. Точно ты забежал? Подожди, ты не в ту шахту забежал, наверное, в какую-нибудь. А в какую ты забежал? Ну, ты с краю бежал, вот с краю ты их бежал. Их тут три входа. Ох, ядрить его налево, ну фиг знает. Я выбеги обратно, значит. Первый, наверное, забежал, во второй. Как выбрать? Я не могу. Выбеги обратно. Могу, все. Там просто высокий подъем. Так, ну вот я на гору поднялся. Вот я за тебя сзади стою. Как ты мог убежать от меня и разминуться так? Я вот сюда забежал, в эту шахту. А, вот в эту забежал. Вот еще, я в эту пошел. Там были шаги, я слышал. Ну пошли. Ты хочешь? Я там просто лут нашел, коробку. Фонариком драться можно? Можно. Ага, здесь это вертухайка. Как на ней спускаться? Я жив. Ты живой? Подскользнулся, лежу. Не живой, но лежу. Там можно как-то встать. Я же не спущусь к тебе, ты же понимаешь. Там как-то надо было на веревку нажимать, типа он ее так руками шик-шик-шик-шик-шик. Веревку руками шик-шик? Ну да, то есть... Я, может, еще встану. Ай, я падаю, блядь. Спасибо. О, ты живой, поднимай. Я вот, нет, вот с другой стороны. Вот, да. А ты живучий какой. Да, как видишь, 16 хп осталось. А у меня здоровье растет, кстати, я... О, спасибо, шприц дать? Давай шприц дам, на. Давай. Вот валяется. Вот валяется. Вижу. Чё-то какая-то фризанутая игра сегодня. Это после вайпа все играют. Кит-медик, кстати, есть. Ха. Есть, но я думаю, так нормально. Ну, я прописал. Использовать подъемник, вот, смотри. Вот теперь можно, потому что, да, мы... Ну, сейчас нам не нужно. Ну, куда ж ты, ну? Ой. Зачем? Я это, полетел. А как потом назад? А, так же, наверное. Ну, да. Понятно. Прикольно. Да, жалко, прикольно. Лут нельзя сгрузить. Куда, в эту штуку, что ли? В корзину? Угу. Пошли дальше. А как спуститься? Ты можешь вызвать снизу? Нет, а как я тебя спущу? Ты же наверх уехал, как я могу тебя вызвать? Я вниз поехал. Давай. Блин, прикольно. Значит, они пофиксили это добро. Что? Мне нравится, иногда рандомная музыка начинает. Тут, да, ни с того, ни с сего, да. У меня тоже сейчас музыка была и резко стихла. Я тут. Ну, пошли. Женя, ну что ты? Ну, ты же начинаешь, а я поддакиваю. О, там развилка, смотри, куда, туда или сюда? Ну, прям побежали. Или в кроличью нору. Ой, ядрить то и налево, как черви рыли. Знаешь, «Дрожь земли» фильм смотрел первый? Да. Ну вот, классная штука. Люди. А здесь дом чей-то, смотри. Короче, идем обратно. Идем обратно, короче, смотри. А кому ты кричал, я тебя не слышал. Пошли, значит, в развилку, чё ж. Как не слышал, если я нажимал, ты должен был слышать. Я слышал, но в игре этого не слышал. А я в игре не кричал. А, я думал, может, ты зовешь кого-то. Как он дом поставил? Ну, здесь, видимо, можно на растории. Пойдем в развилку тогда. Давай тоже здесь дом забабахаем, прям в проходе. Прям здесь? Есть материалы у тебя? Нет, я же все переложил. Вот сюда давай зайдем, попробуем. А вдруг? А, так это... Ну, это обратно и вообще пришли. Вариант хороший. А мы вдвоем сможем? Давай попробуем. Заехать. Поднимаешься? Смотри, не упади. Сейчас тряханет что-нибудь камеру или что-нибудь, и пиу, вниз полетишь. Ух, какой ты бородатый.
Бля, я в дырку не влезу, наверное. Ну подожди, прижмет так прижмет, что? Да ну, прям не влезешь. О. Нормально. Нормально, короче. Но пошли в другую пещеру тогда. Пошли там, вторую. В соседнюю. Да там ящики были целые просто. А жадность она такая, что... Фраера губит. Жадность она такая. О, заспавнились опять эти контейнеры. Да. Ну, на Растории все быстро. Тут то же самое. Фонарь, там то все. Так, ладно. Слушай, фонарь нельзя с арбалетом, да, никак? Нет, там нужно специальный фонарь туда. О, смотри, там какие-то на потолке фигурины светятся. А, это эти флюоресцентные, или как они называются? О, Бахкут. Дом наш, ну. Думаешь? Да ну, видишь, так. А слушай, а помнишь, такая фишка была, по-моему, как раз у нас на сервере раньше? Угу. Типа, когда дом рейдит, тебе да, приходило да. уведомление угу, сигнализации. Делали, да. Прикольно было. Ну, еще бы удобно. Так, куда давай? Право, лево, лево, право. Давай налево. Давай. Что-то налево ходок. Смешная шутка. Ну, я думал, что сегодня без юмора прям. Ну, будет. Это так просто, как это к теме. К вот слову, ящик. Да. Так. А, японский дрифт. Что было? Дал. Да, немножко лута. Смотри, тут спуститься можно. Пошли, пошли, вот же уступчики. И. Лавка. Страшные пещеры. Вот тебе страшные пещеры. Страшные пещеры. Ух-вах-вах-вах. Здесь должно быть естественное эхо, есть? Нет? Нет, нету естественного. Есть. Ау! Есть чуть-чуть там. Они все-таки делали звуки. Еще давно появился вот этот свежачок? Что-то мы вообще куда-то вглубь какую-то пошли. Батарейки не садятся в фонариках, нет, надеюсь? Нет, у меня... Ты же второй... Ой, а как тут забраться? А ледорубом, что ли, или как? Подсадкой? О, а я тогда не вылезу. Ну-ка. А как? Я не вылезу тогда. Это в Форесте такая херня была. Да нет, ледоруб, он вам нечего собрать, пишет. А как вылазить-то? Нет. И что за ерунда? Ну, давай другой проход искать. Пошли. Или тут один только был? Ну, может быть, есть какие-то ответвления. Сейчас посмотрим. Сейчас обратно мы выберемся, нет, с тобой. О, вот лианы есть какие-то. А по лианам, я помню, да, можно было. Да прям. Это в Форесте можно было, здесь нельзя. Здесь тоже можно было. Да, вот камни лианы, видишь? А, по камням, но не по лианам. Это кто? Это ты? Нет, кто-то стрелял. Да? Блять. Так, смотри, значит, нам надо как-то засесть. Дождать. Ну давай вот здесь вот свет видно, вот. Ну, куда ты что, в лоб светишь мне. Где там проход, посмотри. Поля не вверх. И все? Ага. С калаша выстрел был. Да, потуф, вот так один раз. Бля. Осторожно. Я вижу, да. Be careful, please. Чего? Все в порядке. Так, давай. Что давать? Прикинь, я могу сейчас демоническим голосом в пещере что-то сказать. А что бы он там установил, наложил, да? Это, наверное, было бы стрёмно здесь. Бля, стреляют. Ну, от страха выстрел. Весь рожок высадил. Прикинь, бегаешь, тут демон. О-хо-хо-хо. А мы вообще наверх поднимались, да? Ну, по сути, да. Че, я опять вниз спускаюсь? Потому что ты упал. Нет, ты не вниз, ты вверх. Куда же ты вниз спускаешься? Ты потерялся в пространстве уже. Вот я упал. О-о-о. Стреляют, слышишь? Да. Притом сильно в пещере стреляют. Подожди, а куда я ползу, я понять не могу. Что за ерунда? Ты наверху или внизу, где ты? Да я фиг, я запутался вообще. Ёк, тьма какая-то тьмущая. Я не знаю, куда... А, вот. Едрить его налево. Ой, по-моему, я сорвался сейчас. Чё, тебя стреляют, нет? Нет. Ну, ладно. А должны были, да? Нет, ну вдруг. Я же не знаю, ты же молчишь, думаю, сосредоточенно отбиваешься там. Непонятно чем, правда, но... Чем сосредоточенно отбиваешься? Чем ты можешь сосредоточенно отбиваться? Ты вышел уже? У меня... Вот выход вижу. Флюоресцент. Че? Как тут подняться? Ножками. Понятное дело. 5 лут. О, ловушки нашел. Мины, кстати, нам, если что. Я на улице. В смысле? Тут кто-то очень изрядно стрелял. Прямо хорошо. На улице? А я где тогда? Почему я в другой проход куда-то пошел? Тут куча лута. Я же за тобой бежал. Не знаю. Ёкалы. Я говорю, там демонические пещеры же нет. Ну... Так, после вот этих вот светюлек на потолке ты куда пошел? В какую сторону? Вверх или... Блин.
А, вот сюда, вот выход, ага, вижу. Иду, иду. Ты там же находишься до сих пор или где? Ты выйдешь, да. Нет, я-то постараюсь, конечно. У меня такое ощущение, что... Кто бегает? Да я бегаю. Точно? Ну вот я прыгаю. Ты уверен, что это ты? Я. А, все ясно. Да. Все. О, спасибо, светло. Побежали, я покажу, где стреляю. Давай. Ну я слышал примерно, да. Они, получается, над нами стреляли, да, пещеры. Где-то вот там дальше, да, правильно, вот в лесу. Тут, да. Та-па-та-па-та-па-та, а по кому они стреляли? Ага. ТП for free лут пишут, видишь? Угу. Я помню, мы как-то да, так делали да, уже. Да. Школьника нас убил просто и все. О, может быть, здесь где-то перестреливались? Модные сундучки, а тут оно. Прикольно. Но с печенюшками, да, такими? Так, нитки по мелочи, разные штуки. Ну хотя бы. Ага. А ты, если что, убьешь кого-то здесь? Ну, у меня два патрона есть, как бы. Если я что-то в голову попаду. Ну, конечно. Сильно мощно. Что за это? Колизей здесь, смотри, из камней. Видал, как на Колизей похоже? Здесь переработчик какой-то. Будь здоров. Вот, спасибо, хорошо. Положите на комод. Ой, там с пистолетом бегать ты? Я. А, блин. Я же забыл, что ты в зеленом. Запомни. Угу. Я в зеленом. Я союзник. Я в зеленом. Слушай, надо, короче, вертик найти и подогнать его к дому. Вот как это думаешь? Вот это шарада. Найти-то мы сможем, а вот подогнать к дому через деревья, через столбы, через... Вон еще же, вон волк или медведь, сейчас вольнем. Еще ну, будет топливо. Нужно? Это хороший варик. Мы можем сделать типа посадочную на крыше. О, кстати, точно. Как в этих фильмах, да, у них сверху, с крыши. Точно. Это площадка вертолетная. Угу. Как в фильмецах. Ну что ты к медведю-то, ну? К медведю и не на ты. Кто-то стрелял сзади тебя. Да? Ну, ты не слышишь, что я выстрел сейчас? Далеко. Рядом же. Точно. Михалыч, вставай. Так, тогда надо посмотреть. Ержан, вставай. Ержан. А, нет, заебал уже, вставай, Ержан. Ержан, ты что, да? На работу пора. Ержан. Это смешно. Ну, это смешно, прикольно, да. С обезьянкой, конечно, хорошо. Опа, это что? Я бочку разбил. Так, значит, давай, опа, вот с едой. Давай сейчас что, прибежим домой? К дому, посмотрим примерно, где может находиться вертолет. Они обычно возле дорог лежат. Ну, у нас здесь дороги по карте, если только посмотреть, больше никак. Еда, вон, смотри, сразу две этих телеги. Ничего там, нормально вообще. По луту хорошо. Возле дома нет движения, да? Пока нет. Ну и слава богу. Ну и отлично. Ну и заебца. О, деревянный дом, смотри какой. Это опять ныкалка какая-то. Вот все строят в зиме, потому что здесь, видимо, либо холодно, либо что, либо мало кто сюда побежит, кроме нас. Смотри, какая ныкалка. При том крыша просвечивается. Ну а что толку-то? У меня есть геологический заряд. А геологическим зарядом крыша не сносится нынче. Ну, конечно. Ишь ты чего захотел. Там, смотри, там дом с лестницей. Хочешь по лестнице пойти? Давай. Подняться. Ну-ка, может там... Блин, это снега меня ранило. Геологически? Угу. Значит, все-таки какой-то урон наносит. И что тут? А тут деревянная дверь. Ее, кстати, били. О, тратится, слушай, я бью кирочкой, и дверь тратится. 146, серьезно? 145. Да. Смотри. У меня кирочка есть. А если я геозаряд бахну? А ну отойди. Вот тут я не уверен, ну давай. Во. Сколько? 145 было? Запомни, да. Хорошо. 121. Неплохо. Слушай, нормальная тема. Нормально. Надо подальше уйти, что-то у меня как-то поставил. Слушай, ранит, я отлично. Я дамажит, слышь. 96 еще есть? И нет, вся. Больше нету. Больше нет. Свечки могу сделать. Фрагменты металла нужны, чтобы сделать, я бы сделал. Мне нужно 10 фрагментов металла. У меня есть? Нету. Ё-моё. А, дома есть дохера. Ебаного.
Ё, что ты пугаешься? А там бац и металлическая дверь. А там, наверное, так, кстати. Или турель какая-нибудь. Ну, пошли домой, может, сбегаем, сносим. Я сейчас скрафчу тогда побольше геологии. Альчоль. Ну, давай. Или вообще, и там закончим серию, потому что мы что-то тут прям по-домашнему забегались, я смотрю. Ты запомнил, где находится? В принципе, по прямой дом. Дом, что ли? Ну, там. А, вон наш дом. Да. Просто поднимаемся вот со стороны... Подожди, а раньше же не работала эта штука. Какая? А, да-да-да, она вообще не ранила, я помню. Или подожди, на металлический не работала. Я вот не помню, честно говоря. Пабло. Вон там по пути есть еще дом. Деревянные двери. А. Деревянные. Ну, хорошо. Сейчас накрафтим. Сейчас накрафтим. Побольше. Опять музыка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Она абсолютно рандомная. Ну, нет бы под ситуацию, когда люди близко, например, напоминали бы, что опа, оказывается, там кто-то бежит к вам. Да ядрить твою дверь. Сам поставил, сам залезть не могу. Так, верстачелло. Мне нужны... Сейчас я сделаю красоту. Что ты хочешь сделать? Что я могу сделать? А что это такое? Зенитная управляемая ракета. Опа, это, наверное, для этого сделано. Рудиментарная система наведения. Ничего себе там серьезно. Прикинь, зенитка. Здесь прикольно. Добавили сраную зенитку. Вот. Я могу газдомет сделать, если надо. Ткань. А, камни еще нужны, твою мать. Что ты хочешь, объясни мне. Патронов для ружья. А я для пистолета могу, наверное, сделать. Ну-ка. Камни наверху, по-моему, были. Слушай, я могу сделать пистолеты. Пистолетные патроны, то есть. Давай. Да, кстати, наделай. И тогда на вторую серию будем уже нормально снаряжены. Да. Я сейчас сделаю геологических зарядов, да, немножко? Так, давай. Сколько? 10 штук хватит? А, да, workbench required второго уровня. Сорян. Второй уровень надо? Сорян, бро. Да, второго уровня нужно, короче. Тогда ладно. Я сделал 44. А где я винтовки выкладывал? Наверху. Или вот здесь, подожди, нет. Вот здесь они лежат, вот. А, в малютку, точно. Да, в малютке. Хорошая это, малютка. Что? Да, тебе надо патроны. Я сделал себе. Так, ну что, дружбайки есть? Есть, все есть. Блин, а куда выкладывать-то? Места нет. Шкаф выкладывай, ресурсы выкладывай в шкаф сверху, который стоит. Понимаешь? Геозаряды сделать не забудь. Да эти второго уровня workbench нужен. Какой геозаряд? Ай, бля. Ага. Слушай, а ни у кого из зарейженных не... Workbench'а второго? Угу. Не припомню, наверное, нет. Но... Так, ну это еда. О! Кстати, я же что-то нашел. Что я нашел? Что это такое? Дульный тормоз снижает отдачу. Более непредсказуемо, наносит меньше урона по врагам. Печалька. Ладно, а может... Ты не приносил никаких финтифлюшек? О! Дульный тормоз. Есть там прицел, по-моему. Фонарик, по-моему, на что-то был. О, так у нас 8 геологических лежит в инвентаре. Это ядрит. Это мало, налево. Но все равно надо больше. Но мы тут дверь вынесем, точно. Надо верстак, значит, искать, чтобы... Ой, блин. Верстак был, я думаю, мы найдем сейчас. Да, ну что так-то, заканчиваем здесь. Да, давай сделаем перерыв и прямо отсюда продолжим. Давай, давай. Дальше наше путешествие. Ага. Уютные, домашние, да, без да. руганий, без приколов, без такой вот, без всего. Ну просто по-домашнему. Так что, как я обычно говорю... Подписка и лайк. И все нормально. Хорошо. Все, пока-пока. Пока.